Все, аниматроник угнал тачку. Это что-то новенькое. Куда? Все, давай, пока. По машине. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Угабуга, Кирилл Геймер, Гусь Санек, Фриз, Брабус, Подлючка, Корзик, пацаны, поздравайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. У нас очень крутая рубрика, пацаны не должны мне дать сбежать с пиццерии, а если я сбегу, они должны меня будут поймать или что-то со мной плохое сделать, да, пацаны? Да, конечно. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Я же еще по пиццерии хожу, не убегай, вы меня уже мочите. Я же хочу, чтобы только когда я начну убегать. Это какие-то я говорю тихонько, я еще не убегаю. А, ну все, я понял. Ах ты. Я сейчас в это здание забегу. Ребята, карта настолько большая, вам очень понравится эта серия, поэтому досмотрите до конца ролик. Мы в конце еще, как всегда, будем делать жесткую вакханалию и все взрывать. Посмотрим, не крашница горит, смотрит или нет. Жестко, пацаны, вы мочите по этому зданию, но я почему-то еще живой. А, дверь не пробивается, представляете, они стоят, а окна бронированные. Ничего, пацаны, не достает, вы меня не можете убить, понимаете? Я очень мощно играю. Выходим на улицу. Один хп. Я надеюсь, вы готовы к смерти, потому что я должен поменять срочно локацию. Мне не нравится это место, очень опасное. Вон, я вижу еще один коридор, я успею пройти, у них оружие очень слабое. Повезло Си Джею, потому что я его раскрошил на кусочки. Надо быстрее убегать в другую часть карты. А, вот, есть проход. Отлично, ребят, тут везде можно зайти. Все, заходим в здание. Отлично, я оторвался. Он вот здесь. Я оторвался. Здесь. Классяк. Все, меня уже никто не найдет. Представляете, как я четко играю? Ай, не... Они могут меня найти. Красота. Я думал, сюда зашел. А ты что думаешь, если там дверь открыта, я там могу быть? Я мог по дороге специально открыть. Ой. Вот это я жестко обманул, ребята. Но играем по красоте. Теперь я еще дальше отрываюсь. Опа, они всегда за мной следят, они знают, где я. Это очень плохо. Какая дверь медленная. Это сейф. Надо быстрее выходить отсюда. Так, мне уже намного меньше жизни стало, чем хотелось бы. А я выйти отсюда не могу, мне придется на улицу выходить. Дайте инфу, где он? Щенок. Хорошо играешь, поэтому надо тебя первого убивать. Не, не надо. Блин, тупик. Тупик, тупик, тупик. Извини, обстоятельства. Отлично. Еще дальше продвигаемся. Надеюсь, я найду то, что я ищу. Хочу на острове повыживать. Так, это не сюда. Ого, чем это ты... Так, надо еще быстрее бежать. Ой, я приближаюсь, надо туда, куда я хочу. А я нашел остров. Да? Да, молодец. Да. Во, здесь даже есть такая часть карты. Блин, на этой карте хочется еще что-то записать. Ты откуда тут взялся, ё-моё? Так мы же говорили, эти шары не будем использовать. Он шары использует, пацаны. Я буду за это мстить очень... Косожопый, у тебя как бы нормально граната пролетела, но не до конца. О, смотрите, что я сейчас буду делать. Смотрите, они что не знают. Там же прогружается карта с той стороны. А ты чё? Аккуратно. Это сейчас пулемет, знаешь, куда этот засунул? А они уже, смотрите, приготовились. Так, в это здание мы заходить не будем, очень опасно. И давайте попробуем сюда пройти, что здесь у нас есть. Так, там я был, здесь я еще не был. Ты должен умереть. Не хочешь, поймай, да, умирать? Меня. Я тебя убью. Так, давай поиграем с тобой, давай. Ты хочешь сюда поиграть? Прятки в этом доме? Я уже убежал оттуда. А каким образом? Легко через дверь. А я думал, ты на второй этаж поднялся, чтобы я тебя замочил. Так, туалет, ванна нам интересны. Придется убить кого-то. Кто стреляет по мне, я буду мочить. Блин, да откуда эти выстрелы? Я же слышу, пули здесь свистят. Представляете, до сих пор не поймали меня. Как я хорошо играю. Просто великолепно. Конечно. А, ты на втором... Я знаю, ты на втором этаже там. Отлично, ребята, я смог это сделать. А, пусть ищет меня. Во нет, он нас обманул. Я пробежал сзади вас. Вы когда будете смотреть запись ролика, вам понравится. Ах ты обман. Вот он, вот он, вот он, вот он. Где, где?
Вперед от центра. Блин, карта очень оптимизирована, мне нравится. И классно, что на ней очень много места, просто нереально. Отлично. Я пришел откуда, откуда мы начали. Потому что не в ту сторону ушел. Теперь мы изучаем другую часть карты. Хочу вам показать ее сегодня максимально много. Но они, конечно же, не дадут этого сделать. А что вы из слеповухи? Из пердовухи? Так, надо кого-то уже пора убивать. Это все живые, ты смотри. Я вернулся в свое логово. Все, ребята, продвигаемся опять. Начинаем убегать от них. Отлично. Ой, извиняюсь. По красоте. А, блин, я думал, тут можно на второй этаж подняться и пройти. Но... Вы молодцы, ребят, мне очень нравится, как вы играете. Вы талантливые люди. Это... Отлично. Ого! Что это взорвалось? Вы же говорили, бомбы использовать не будете. Так это не то, о чем ты подумал. А что это было, ребята? Это какой-то ядерный взрыв был. Это другое. Это другое? Да нафиг ваше другое мне надо. Надо валить быстрее. Ай, жизни мало. Сейчас умру. Сейчас умру, ребят. Сейчас буду брать другого аниматроника, если убьют за этого. Ай. Что там? Бейте его, где он? Отлично, вот такая тактика всегда работает. Подпустите к себе, а потом резко всех замочить. Это очень хорошо работает. О, тут нельзя пройти. Стой, Дима, ты куда? Я вас иду мочить. Прощай, да щенок. Мочи. Щенок, ты должен умереть. Хорошо выживай, ребят. Ну прям отлично выживай. Я уже выживаю 8 минут. Это прям очень долго. Да мы друг друга, потому это я поддался, Гусонек, сразу говорю, это я поддался. Что вы хотели? Сейчас, ребята, я сделаю другую тактику. Я сейчас найду такое место, где прям очень сложно им будет туда подходить. Но я теперь не могу бить на расстоянии, мне приходится всегда прицеливаться. Сейчас будет тяжелее мне, но и тяжелее им, потому что все-таки включать невидимость, это немножко читерски. Смотри, сейчас мы выбираем очень хорошую позицию, где они будут постоянно пробегать. И мочить их. Ага. Смотрите, вот здесь мы просто встаем и ждем их. Сейчас начнется по очереди, смотрите. Раз. Улетел. Можно их чуть-чуть дальше туда подпускать и там мочить. Ждем. Это очень хорошая тактика, она всегда работает. Опа, это было рядом. Хорош, хорош. Ладно, я шучу, я далеко. Ну, вы даже не знаете, где я, да? Давайте тогда... Я знаю, где ты. Ой. Ой-ой-ой, отходим. Инфу, где он нас убивает? Где он нас убивает? За стенкой был. Я такой, он за угол только забегает и сразу получает. А что там пердит, своей вонючкой? Иди отсюда. Вы меня не видите, да? Потому что я невидимый. Но я стою прям на видном месте. На видном месте? Ну и да, меня легко видно. Вот смотри, сейчас только ты за угол зайдешь, и я тебя убью. Ой, двоих сразу. Представляете, как вы красиво встали? Отлично, ребят. Ну вот так вот мы и красиво будем их мочить. Ладно, давайте немножко по-другому сделаем. Это было красиво, это было рядом. Молодчик. Блин, подожгли! Надо убегать! Убегать надо! Давайте. А кто там стреляет, блин, мощь-то базуками? А, так это Сиджей бегает. Он тут! Ха-ха, я обманывал тебя! За это я тебя убью! Он в невидимости! Он в невидимости! Отпишите! Отлично, ребята. Этот своим пердовозом вонючим. О, а аниматроник может на машине ездить, пацаны? Со мной, да, может. Все, аниматроник угнал тачку. Это что-то новенькое. Куда? Все, давай, пока. В машине. Ого, жизни отняло. Ну хотя не сильно много. Ну, спам. Так, пока невидимкой вставать не буду. Хочу побегать так. Пусть постараются убить меня. Так, сейчас мы их заведем в этот, в ловушку. Гусонек, ты готов умереть? Он тут, он там. Нет. Так он тут или там? Где? Так, за то, что умничаешь, ты чуть не спалил меня. Надо тебя убить. Ого, гранат прилетел. Вы что там открыли? Мощное что? Так. Улетел. Где он? Ого, чуть в голову не попал гранаты. Что там за челентано такой?
Все, уже не такой умный. Слабо, пацаны, играете, слабо, не умеете нормально чекать. Я сейчас... Да, может сложновато, что я невидимки, я понимаю, но... Ой, я могу здесь ворота открыть? О, я пошел. Там, ой, там мы попробуем. Внутрь зашел. В какую? Вот, смотрите, двери открываются. Раз, вот, двери открылись. Заходите, заходите, пацаны, по очереди туда. Открыть контейнер? Я вас жду, заходи. Да кто там гранаты просто стоять? Давай, Си-Джей, заходи, а то гранаты кидаешь. Давай, заходи, заходи, я жду тебя. Кто-то в невидимке пришел. А где? Не, Гусанёк, ты вообще обнаглел. Конечно, я понимаю, все, что ты хочешь, мне ножиком зарезать. Си-Джей, заходи, я тебя жду. Как они боятся зайти, ребят? Ну это лайки и подписка, 100%. Как они стараются зайти. А он точно тут? Да, я там, я там. Ага, значит, вот он! Он тут, он в уголке стоит! Он в уголке стоит! Он тут, он тут, он тут! Он у меня, вот! Он в контейнере синим. А, да-да. Ай-яй-яй, надо выходить, выходить оттуда надо! Все, выхожу! Блин, не дают выйти, обстреливают, помогите! Ага, в уголке опять спрятался! Все, пацаны! Да ну! Я вас закрываю, вы должны там остаться ночевать, все. Никто не выйдет, никто. Не вышел. Кто еще хочет выйти? Давайте, попробуйте выйти. Все умяли. А, сами себя помочили, молодцы. Я люблю эту команду. Да, у нас... Но это профессионал, понимаете? Друг друга мочить, это очень прикольно. Да у нас просто очень умные люди в команде. Так, надо еще какую-то прикольную ловушку сделать. И всех замочить. Я тебе сейчас делаю. Скорее всего, они опять друг друга убьют, потому что они умеют оружие использовать. А он-то не умеет. О, давайте, пацаны, дверь открывается. Давайте, заходим. А, я его вижу, он тут на улице где-то. Нет, там уже мы были. О, вот давайте он, сюда вот зайдем, он. Давайте сюда. Где? Вот он, а, тут нельзя открыть. Так, а где можно открыть? А, вот он, нет, вот так он. Вы закрываете, ветер идет. Говори, зачем понятнее, вы... где он. Он пробежал тут, алло. О, я пошел. А... Куда ты пошел, где? И где он? Спрятался. Не видит меня, представляете? Я, ага. Я, он тут, и сюда. Здесь ловушка срабатывает. Ты сам. Давайте, заходите, пацаны, заходите. Сам выходи. Нет, я не буду выходить, вы меня убьете, у меня жизни уже чуть больше половины осталось, но вы меня быстро вынесете. А мне пофиг. Вы, давай, все, я не буду вас убивать, обещаю. Да, Лен, окей. А он вообще тут? Да, он тут крысит. Эй, кто двери открыл? Закройте ворота. Не-не-не-не-не, ворота надо закрыть, вы что? Это жесткий обстрел, так не пойдет. Там же сидит? Вы молодцы, а чего вы друг друга убиваете постоянно? Потому что у нас такая слаженная команда. Да. А дверь, говорю, закрой, ты че? Пусть будет закрыто, нельзя никого заходить. Все-все-все, не простреливается, да ну... отлично. Заходи, заходи. Не, кто не сыт, кто? Опа, один залетел, красавчик. Сейчас его гранату убьют. Нет, свои не... Сейчас его свои убьют, смотрите, сейчас они будут друг друга мочить. Залетели психи, смотрите, Рэмбо. Ну, один уже есть, второй есть. Давайте, заходите, заходите. Так. И двери для вас закрываются. Теперь вы в ловушке, я вас сейчас всех замочу. Говорю, замочу всех. Он около входа стоит. Все, отлично, ребят, ну. Говорю, убью всех. Ну, боже. Что это было? Это Кирилл. Это ядерный взрыв. Это кто это сделал? А, Диму убили, все. А меня дверь убила, это законно? Да. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А, это ядерный взрыв, просто мне эффекта не видно. Все. Как я ждал, Гаррис закрашился.